Раннее утро 15 марта 2018 года. Вот мы уже помолились, все. И я кошечку спрятал, палю под пол. А тут голубенок лежит, он к нему идет. Подошел вплотную и начинает целовать голову ему. Крылышки перебрать, уже накормил. Вот для меня новинка открылась. Высиживает большую часть днем и ночью целиком сидит на гнезде именно она, самка, голубка. Ну и когда появляются яйца, и это уже из яиц малыш, она кормит большинство. И он, видимо, кормит, но не увидал я этого. Кормит, очевидно, маленькие они, отрыжку делают, птичье молоко. Но вот когда он уже из гнезда может выползти, а она в это время по-новому заводит гнездо. Яйца, она все время сидит теперь на них. И она на него, вот это не еще, он сам самостоятельно не ест. Она уже на него даже не смотрит, как будто это не ее. Оказывается, это все заботы переложены на него. Он здесь вот сейчас положил эту пшеницы, семечек, вот так насыпал маленько, горох лущеный, он их ест. И тут же у меня стоит тазик, в котором они купаются. Сразу пьет, я Володе говорю, сейчас он попьет и дальше будет. Вот он голову ему наглаживает. И будет кормить. И правда, отрыгнул ему непереваренное. То есть ему зачем переваренное? Он уже большой. Но с водой смоченное. Опять поел. Два раза он его покормил. И тот отошел. Видимо, огрузнел у него зоб. И уже вся вот эта голову ему, вся голову. Перышки у него разгладывают на хвосту везде. Видно, что нянька хорошая. Я уж молился, чтобы он не бросил его. А то он разглаживает его по ним. Ну, с той стороны не зайдешь. Ну, а здесь видно, что вот этот клюв его, вот он сидит, и голову ему как. Любовь какая. Вот почему почтовые голуби так ценятся? Они, первый почтарь был у Ноя. Выпустил ворон, а ворон, что он будет возвращаться-то? Он не почтовый. Везде плавают туши животных, полуразложившиеся. Он сел на нее, поклевал, заснул и дальше полетел. А голубь опустил, он масличный листик сорвал, ветку и принес. И узнал Ной, что отступила вода. Уже там на предгорьях Арарата. Вот он как заботится о нем. А он лежит, за ним сейчас только бегал. И он два или три раза его подцепил за клюв. Вот видите, как голову его непрерывно его целует и целует. И в перышки выбирает его. То, может быть, какие насекомые. А она сразу, вот я только открываю, а тут решетка. Ну, я выбираю, это утренний надо убрать. Вот здесь вот. Ну и стою здесь туда, залезу прям головой. Это, ну, она небольшая, это еще полметра, да, ну и высоту сантиметров 30. И она прям мне на плечо падает и туда ныряет на гнездо, чтобы не застудить. Ну а этот пеленки перебирает, отец дома остался. Но голубь не подкаблучник, это уж точно. Почему? А он ее все равно на тычках. Если ему надо ее на гнездо загнать, он ее гоняет и гоняет и гоняет. И она видит спасение только дома, в гнезде. Она не пойдет шляться где-то. Она не шалава и не Б. Не на вторую букву алфавита названа. Так. Пошел дальше. Видимо, надо сейчас еще поесть. Потому что он ему отдал пищу, поел который. Потом попить. Смягчить. Вот, перышки опять выгребает. Ну, надо же, такая любовь. Никогда этого я не видел. Потому что это где-то они там на домах, где-то в темном месте выводят. А здесь все открыто. А о том, что мать его не кормит, этого я не знал. Голубенка, когда он уже из гнезда выползать может. Или когда у нее на гнезде уже второй выводок, яйца есть. Она заботится о том. А это, дескать, ты, отец, сам можешь сделать. Вот он и говорит, любящий отец.
Иные понимают, раз подкаблучник, то и все, и бьет, и ничуть не бывало. У него свое мнение, заложенное природой, Богом. Тот распластался, а он его наглаживает. Вот это ж плохо видно. Попробуйте мне взять фонарик. Сейчас я попробую. Может быть, посвещу, чтобы было видно. Может, я вас смутил? Я фонариком посветил туда. Кошка зализывает его, собака там как-то кормит, а это теперь он прилег, лежит, а он ему плоховато, конечно, видно, но я подсвечиваю чуть-чуть. То все целует он его. Фонариком подсвечиваю. И он уже не просится есть. У него переваривается там и довольно. Ну, все будет кричать зря. А за зуб возьмешь, там пшеничника все прощупывается. У него пера-то еще нету. Вот хотел тоже поесть, видно. Это от меня 2 метра. Я одной рукой фонарик держу. А другой туда. Вот я покажу даже фонарик. Тут не видно его. Мне фонарик подарили такой. Тут вот нажимаешь кнопочку, а оно тогда начинает светить. Вот он. Хороший такой фонарик. Кто подарил, тоже не знаю. Вот он решил поесть. Это кормит. То есть он берет ее в клюв и отрыгивает ему семя. Вот воды не хватило, теперь попьет сейчас. И опять может начать кормить. Вот, уже крылышко его машет. Ожил, ожил, ожил.
Вот так. Показали любовь. У него же клюв. Это более гигиенично, чем у человека, когда целуется. На кухню потянулся, на плиту закрыли, все. Ему нравится пройти, там и есть зола выпадает из печки-то, и он ее сейчас пойдет приватизировать. И белое пятно у него сзади, интересно, под крыльями. Ну все.